По традиции, каждый год Тверская область принимает журналистов из разных регионов. В этом году объединилось сразу два фестиваля – «Территория хороших новостей» и «Человека вера». Наша съемочная группа приняла участие в мероприятии и посетила мастер-классы. «Территория хороших новостей» – фестиваль с более чем 20-летней историей. Ежегодно на его площадке собираются представители СМИ из Центрального федерального округа. Журналисты участвуют в конкурсе и обмениваются опытом посредством мастер-классов. Повысить профессиональное мастерство и получить новые знания участники фестиваля смогли на обучении, которое провели ведущие журналисты отечественного телевидения. Все происходило в формате диалога. Журналисты свободно задавали интересующие вопросы. Специальный корреспондент телеканала ОТР Анна Тарубарова рассказала о культуре речи и новом в тележурналистике. Сегодня мы поговорили о золотом сечении, о правиле золотого сечения, о законе гармонии, да, как сделать так, чтобы твой сюжет оставался гармоничным. Миссия у нас одна задача – это сделать интересный сюжет, который будет держать внимание зрителей и экрана. Своими профессиональными знаниями поделилась ведущая программы «Мнение» на канале «Россия-24». Участники мастер-класса узнали о тонкостях интервью и поиске смысла для своих журналистских работ. О поиске смысла, вот я для себя отвечаю на этот вопрос так. Если мне интересно вместе с моим зрителем, если мне интересно разговаривать со спикером, с героем своей программы, мне это интересно, мне это важно, я хочу вместе с ним понять. И у меня открытый финал. Фестиваль региональных телерадиокомпаний проходит в Тверской области с 1998 года. За два десятилетия фестиваль стал центром общения руководителей и журналистов региональных телерадиокомпаний, школы повышения профессионализма и качества работы.